Ребята, всем привет! Сегодня у нас 7 января, Рождество. Всех с Рождеством! Сегодня пришли вот такое местечко. Да погоди ты гудеть-то! На советских картах отмечено как дом лесника. Здесь вот, где-то вот здесь стоял. Оно такое небольшое, может 100 на 100 метров примерно. Вот эта полянка среди леса. Здесь идет дорога. Вот. Ну такая старая, заброшенная. Сейчас походим вот по этому месту сегодня. Есть пару часиков. Посмотрим. Может, что найдем интересное. Ребята, тут уже покопано, видно. Но давно. Попадаются вот чугунные элементы от печки. Дом стоял где-то вот здесь. Вот здесь валяется, вот тут весь бок усыпан кирпичами от печки. Вот здесь кирпичей много красных. И среди них попадаются вот чугунные колосники из печки. Еще попалась старая лопата, сломана. Чермет, короче. Пока более интересных находок, монитосов и тому подобное, найти не удалось. За 15 минут где-то. Вот здесь чугунные детали попадаются. Ребята, на доме попадается всякое железо. Попалась вот такая здоровая крышка от чего-то. Покажу, что там еще попалось. Еще кусок трака нашел. Видно, тоже использовался где-то в печке, потому что такой обгоревший. Метальчик пока сюда вожу. Вот кусок трака. Такой какой-то обгоревший. И трак вроде какой-то необычный. Монет нет. Я хожу вот здесь вот, а брат ходит там в низине. Нашел монетосик. Какая-то угвозданная советская копейка. Даже года особо не видно, но такая какая-то залипшая. Ну, в общем, один монетосик есть. И он еще нашел две ходячки по 10 копеек. Я пока больше... Фу, вернее, я пока монет не нашел. Вот и сам фундамент. Остался подвал. Довольно-таки глубокий. Вот я стою на фундаменте. Вот там глубина где-то метра полтора. Ну там еще глубже. Там брат где-то еще колодец нашел. Сейчас дойду, покажу. Наш дом стоял вот здесь. Вот здесь видно был огород. Вот тут вот видно даже борозды, если не с этой стороны смотреть, как пахали. Все, продолжаем поиск. Вот у меня выпал монетосик. 5 копеек 1954 года. Такой лысенький. Ну, не особо лысенький, конечно, но подзатертый. В общем, лежал вот тут. Вот там за деревом металл складу. Тут монетосик лежал. Пока хожу по одному месту туда-сюда. Ищу. Вот здесь много консервных банок. И современные пивные попадаются.
сейчас нашел сигнальчик. Выпало вот такое вот искусство, произведение искусства сварочных работ. Кто-то, короче, фигней занимался. Что-то вырезали из труб. И потом сварим вот так. А вот и колодец. Колодец бетонный. Воды есть там немного. Не закрытый. Опасный, кстати. Уже почти смеркается, скоро будем закругляться. Выпал вот такой вот ключик. Походу самодельный. Бронзовый. Видно, что заплющено. Из листового, из листовой бронзы. Такая вот. Ничего, конечно, интересного, но народное творчество. Чтоб не выкидывать замок, ключ потеряли, сделали самопальный. Тут, короче, очень много ям незакопанных везде. Поэтому особо интересных находок уже нет. Ну, может и есть, но и снега, кстати, много. Местами сантиметров по 10 есть. С учетом травы. Ну, сейчас еще маленько походим, будем закругляться. Все уже почти сумерки. Но мы еще пока минут 15 ищем. Вот, нашел монитос. Поздние советики, 3 копейки, 73-го года. Такая темненькая, но считается хорошо. Лежала вот тут. Вот здесь идет дорога. Тут. И рядом с дорогой. Сейчас чуть-чуть еще минут 15 поищем, будем закругляться. Очень дохрена пробок. Штук 50 на двоих, наверное, уже выкопали. Советские вот эти вот. Из фольги. У брата вот еще монитосик выпал. Поздняя советина. 87-го года. Вот такая. Тоже неплохой рельефчик. Нормально. Уже практически темно. Но камера пока вытягивает. Уже значок ночной съемки стоит.